Добрый день, дорогие друзья! С вами на связи интернет-магазин пневматики попадив10.ру. Сегодня к нам на видеообзор наконец-то попал охлощенный ПМ, то есть ПМСХ от фирмы Molet Arms. Поставляется он в таком чехле тканевом, точно так же, как и ТТ. Он мягкий, внутри поролон. В комплект входит паспорт на данное изделие. Стреляет он патронами 10 ТК. Это светозвуковые патроны. Вмещается в магазин 7 патронов, ну по стандарту в общем. Теперь посмотрим на сам ПМ. Как вы видите, ПМ очень реалистичный. Если сравнивать его с 371, конечно, 371 даже рядом не стоит. Данный образец, когда попадает вам в руки, вы понимаете, что у вас боевое оружие в руках. Даже в стволе видны нарезы. Там, конечно, заколочены втулки, всякие всевозможные преграды, то есть там рассекатели пламени и так далее. То есть, если напрямую смотреть ствол, толком даже не видно просвета. Только если подсвечивать там лазером или чем-то, свет обходит вот так эти рассекатели пламени и попадает тогда. Ну, именно вы видите, что он проходит. Соответственно, при стрельбе из данной модели из ствола выходит и дым, и огонь. Он такой приятный. По поводу предохранителя, вы же наверняка уже заметили, что здесь дутая затворная задержка, красный зип, то есть это предохранитель, и курок тоже красный. На модель установлена бакелитовая рукоять. Так, что еще можно сказать? Внутри под воронением пистолет более глянцевый, что ли, чем у 371-го, и это, конечно же, заметно. Давайте произведем неполную сборку-разборку данной модели. Извлекаем магазин. Магазин по внешнему виду такой же, как у травматического. То есть, скорее всего, он у нас будет в продаже как дополнительный магазин именно от травматического. Далее. Снимаем. Ну и тут мы видим привычную конструкцию. Патронник, если видите, без всяких запилов, как на 371 он здесь выпил на пол патронника. Здесь никаких запилов нет, потому что если стрелять холостыми патронами, то будет бобо данному пистолету. Вещь, конечно, знатная. Если кому интересно. Предохранитель извлекается достаточно легко. Вот он. И снялся себе спокойненько. Что можно сказать? Естественно, пистолет, кстати, был в работе. То есть это безусловно. Он обалденно приработан. Нет такой, ну, как бы жесткости, как у 371-го нового. То есть когда его люди разрабатывают, уже постреляли, он становится приработанным, 371-й. Этот уже приработанный. Соответственно, можно сразу из него стрелять. Смазки здесь повышенной я не нашел. То есть я его разбираю не в первый раз. Пока фотографировали, тоже его разбирал. Никакой смазки здесь превышающей нет. То есть никакую расконсервацию мы не делали, так как не нашли смазку вообще-то. На этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Спасибо за внимание. С вами был интернет-магазин пневматики попадив10.ру. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, будете получать свежие полезные видеообзоры. Если вам понравился данный ПМСХ, то ссылка на него находится в окне с нашим видео. До свидания. Le gusta que le guste, pues no tiene que quererme.
fuerza de adentro hacia afuera. Sigo gritándolo y la gente se altera. Levanto mi voz como si fuera bandera. Y esta canción va a ser mi